Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Диалог». С вами Ирина Смирнова. Каждый год 16 октября во многих странах отмечается День шефа или День босса. Это профессиональный праздник руководителей всех уровней, от управляющего, директора, бригадира и до президента. И давайте немного о том, как появился этот праздник. В 1958 году американская секретарша Патриция Хароски предложила новый праздник – День шефа. В 1962 году губернатор штата Иллинойс официально утвердил праздник, и многие страны его поддержали. О том, насколько сложно быть директором, нам расскажет гость сегодняшнего эфира – Андрей Гоголь. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Итак, быть боссом, шефом, директором, как вам удобнее это называть, это призвание или нет? Может ли каждый с этим справиться? Ну, на самом деле, мое мнение, что каждый может быть руководителем. Я, наверное, бы ближе бы слово руководителем, чем шеф и босс. Угу. Шеф и босс звучит как-то очень по 90-х годов какой-то вот. Ассоциация у вас такая, ну, у меня, да? Во всяком случае, да. Mm-hmm. Объясню, что такое руководитель. На самом деле вы правы. Неважно, какого уровня компания или масштабы, да, быть руководителем – это возможно, но, к сожалению, я замечаю, что в Молдавии нет хороших школ, нет управленческих школ. И, наверное, этого не хватает сегодня многим. В том числе, наверное, я беру и политические какие-то силы, партии и так далее. Это тоже, по сути дела, управление. Вы знаете, по сути, сейчас очень модно стало, ну, наверное, такое движение, такое в образовании, как менеджмент. То есть, по сути, это говорит о том, что там обучают, скорее всего, стать руководителем. Я даже знаю, вот немножко сейчас тогда перейдем и в такие структуры, как правоохранительные органы. Если ты хочешь занять какой-то пост какого-то начальника, ты должен обязательно пройти менеджментские курсы. Курсы менеджмента. Может быть, стоило бы обратить на это какое-то внимание, и я не знаю. Ну, я думаю, те, кто вводили данную практику, да, они на самом деле основывались от чего-то. Я считаю такую практику правильной, и самое важное, наверное, понимать нужно, что управленческие решения – это как, наверное, врач. Неправильно порезал, да, или принял какое-то неправильное решение. Может быть, ты кровь не видишь, но последствия всегда очень больно. Поэтому это, наверное, здорово, что любой руководитель, особенно на госструктурах, да, будет проходить некие курсы. Теперь, как они будут организованы, кто их будет вести, какого уровня будут преподаватели, это, наверное, тоже немаловажно. Да, мы еще вернемся с вами к образованию, о том, все-таки обычно директора или те люди, которые управляют компаниями, обычно какое у них образование. Сейчас вот мне интересен такой вопрос. Вы в детстве кем мечтали стать? Знаете, мне, наверное, сложно ответить кем, потому что, как любой ребенок, наверное, на промежутке любого периода, да, ты мечтаешь о разном. В какой-то момент ты хочешь быть, ну, давайте... Пожарным, да, полицейским. Я хотел сказать космонавтом, да. Космонавтом, отлично. Потому что была тема очень, да, завоевания Луны, вот мы высадились, вот мы куда-то туда уходим и так далее. Для меня, на самом деле, близка очень тема неизведанного, ну вот, так сказать, да, что же все-таки ждет нас не на Земле, а где-то. И вот в мое время было очень много вот такой темы, да, это инопланетяне, НЛО и все остальное. Поэтому даже сам логотип слайдер мы редко раскрываем, да, что это такое, но он, в принципе, обозначает как бы технологии других миров. То есть наша идея была очень простая. То есть, получается, где-то вы хоть в названии воплотили свою детскую, да, мечту. Да, детскую мечту. Причем, я вам скажу честно, мы не рассказываем это ни новеньким сотрудникам, которые приходят в компанию. Для них есть логотип, вот и все. Да? Но на какой-то момент, когда только все начиналось, ну, как всегда было тогда модно, да, Star, Comp и так далее, кто-то своими именами называл. А, ну, в тот момент с одними из первых людей, с кем я начинал, да, была очень интересная идея, что IT-техника – это было что-то такое неизведанное, точно из космоса. Да, и вот где-то мы хотели, чтобы было очень созвучное название и где-то символизирующее что-то.
И мы сделали следующее, да, то есть мы приносим технологии в этот мир, в этот город, называйте как угодно, да, но есть даже такая теория, почему все не понимают, что за последние годы, я возьму так, десятилетия, двадцатилетия, да, потому что годы так быстро летят, что тогда уже не знаешь, но технологии на самом деле очень быстро развиваются, и, наверное, можно сказать, что IT-сфера, да, особенно, да, наверное, она одна из первых, причем она настолько распространилась, что она, ну, вошла во многие другие сферы. Да, то прямо есть, сейчас, на сегодняшний день, она точно во всех сферах. Я помню начало, мы точно никогда не думали о том, что компьютеры прямо будут такие, потому что они, в первую очередь, пришли как игры. И будучи подростком, ты играешь, ты видишь, как развивается, но, повторюсь, в тот момент, когда ты подросток, и для тебя компьютер, это что такое? Игрушка. Ну и все начиналось, как говорится, с интернет-салона, поэтому, наверное, в тот момент мы даже не думали о том, что такое возможно и вообще, что будет такое развитие у компании. Андрей, ну по сути вы и стали тем первооткрывателем, да, тем космонавтом, но немножко в другом направлении, который изучал такого рода, получается, деятельность. Ну вы знаете... Вообще, насколько это было? Вообще, это не страшно было? То есть заниматься тем, что по сути не было на нашем рынке? Отвечу. На тот момент, когда мы открывали как компьютерный магазин фирму, да, то есть уже история, так сказать, не интернет-салона, а компьютерного магазина, нам все говорили, это время прошло. Угу. То есть тогда, когда мы открывали, это был 2006 год, все говорили, что эта тема уже избита, это все неинтересно, это все есть. Теперь то, как я это видел в тот момент, да, что, знаете, когда ты читаешь книжки и смотришь на этот мир, и ты понимаешь, что его можно сделать чуть лучше, чуть, наверное, ну, скажем так, так, как ты это видишь. То есть, давайте так, я правильно поняла, несмотря на то, что это уже было на, да, нашем рынке, вы просто это видели по-другому, вы просто этому, это преподнесли по-другому. А вот давайте откровенно говорить, это процесс был какой? Ты учишься, ты что-то читаешь, и ты хочешь кем-то быть. И здесь вопрос, кем, да, наверное, не то, что не стоял, а... Ну, кому-то нравится, не знаю, медицина, кому-то нравится, там, не знаю, стоматология, кому-то нравятся компьютеры. И неважно, как это называется. Просто компьютеры сегодня развились, ну, и в программировании, и в веб-дизайн, и в графику. Ну, то есть очень много направлений. А для меня было логично, ну, скажем так, развиваться в области продаж, в области ремонта, в область вообще технологий. Угу. И я вам скажу больше, у нас столько было попыток сделать еще что-то, да, какие-то параллельные направления, которые тоже связаны с технологиями, но я понимал, что это нереально, ну, скажем так, сложно, потому что возьмем просто сайты. Я уверен, что многие не понимают, что такое www и что за этим стоит, да, я имею в виду за какими-то... Есть люди, которые только этим занимаются. Есть люди, которые занимаются только программированием, базы данных и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня эта тема тоже очень модная. Мы сегодня без интернета не можем жить. Теперь без каких-то гаджетов мы не можем жить. Теперь без каких-то данных, которые куда-то заносятся. Я имею в виду сейчас, ну, давайте даже возьмем ковид. Куда сводятся эти сводки, как они берутся, насколько быстро обрабатываются, да? Теперь я уверен, что есть люди, я имею в виду и программистов, и внедренцев, которые... Это разные вещи. Программист тот, который выполняет какую-то задачу, внедренец, который понимает и понимает, как это эффективно, ну, грубо говоря, создать и внедрить, чтобы это работало. И сегодня это настолько актуально, что мне кажется, сегодня, если ты едешь за границу, первое, с чего начинаю, да, это что если ты хороший программист или ты логически умеешь, скажем так, связывать А, Б, С, где это должно быть и далее. У нас на самом деле от бывшего Советского Союза была очень хорошая школа. Я помню время, когда тот же Microsoft и другие компании мировые забирали, правда, не с Молдавии, а с Румынии. У нас был такой путь, да, многие молдаване учились в Румынии, и практически крупные компании скупали на стадии, как сказать, обучения. То есть, если вы понимаете меня, сегодня пришли, на самом деле, и в Молдавию такие проекты, когда на стадии обучения тебе подкидывают какие-то проекты, ты где-то занимаешься и определяют специалистов. Скупали умы, умы, так скажем. Да, вот в прямом смысле слова, и эта практика была очень крутая. Я думаю, что Молдову это ждет, потому что есть ребята грамотные, которые хотят
У нас, если берем уже образование, все-таки Бельский политех был один из лучших. У нас еще остались умы, не утекли все? Вы знаете, вся проблема только какая. Сегодня даже тот, кто учится, он не хочет развивать Молдавию. И я думаю, что в этом есть проблема. В этом проблема, скорее всего, да, к сожалению. Давайте мы вернемся опять к нашей теме шефа босса. Андрей, итак, в какой определенный момент вы поняли после космонавта, что вы хотите все-таки стать директором? Ну, вот, наверное, в тот момент, когда вы открыли салон или нет? Нет, вы знаете, я вас сейчас огорчу, потому что желания стать директором не то что не было, а даже сегодня его нет. Угу. Причем, я вам скажу больше, это какая-то необходимость. Причем я долгое время хотел бы, скажем так, эту ответственность или эти функции кому-то передать. И понимаю здесь одну простую вещь, что тот путь, который уже пройден, или те люди, которые за твоими, скажем так, спинами, да, перед ними есть какая-то ответственность. И, ну, грубо говоря, нужно отдаваться на 100, может быть, 120%. Сегодня найти человека, который понимает все структуры, который, ну, грубо говоря, эту пирамидку создал и так далее, очень сложно. И вот эти все ниточки, которые... Они же невидимые, да, но они существуют, я думаю, что в любой структуре, я не знаю, бери госструктуру, бери там медицинский центр и так далее, любой руководитель, особенно который не пришел со стороны, а вырос из коллектива, да, это вот, ну, есть такие нити, да, ты можешь звонком, словом, взглядом, да, управлять. Конечно. Поэтому... Кстати, вот как вы подбираете персонал? Вы знаете, было раньше... Определенная практика какая? Дается объявление, приходится какие-то сотрудники, да, ты смотришь на их потенциал. То есть в первую очередь всегда смотрелось, насколько этот человек может или хочет. Дальше проводилось некое внедрение в компанию. Это стажировка, это обучение, естественно, это постоянный контроль, это, скажем так, наставник, да. На сегодняшний момент мы пытаемся это все автоматизировать. В каком плане? То есть есть специальные анкеты, которые начинают выявлять и тестировать людей. Мы проходим определенные сегодня обучения. Я вам скажу больше, я не хочу сейчас раскрывать названия, но есть компании, которые выбирают людей даже по знаку зодиака и по... Ух ты! Есть такая наука, да, нумерология. И да, вот, то есть они вам составляют, да, по сути, портрет, с кем удобнее в компании вам будет работать? Не просто портрет, а вплоть на какое место, какой сотрудник нужен, годится, с какими-то навыками и чего от него ожидать первый год и там в дальнейшем. То есть стоит ли, грубо говоря, затраты на внедрение этого сотрудника, да, получишь ли ты тот результат. На самом деле, если брать любое... направление, в данном случае вы затронули найм, да, персонала, а он состоит, наверное, не только в как набирать, да, как и где, да, как внедрять и в том числе как развивать. Сколько обычно, секунду, я вас перебью, сколько обычно времени вам требуется на внедрение? И дальше вы продолжите свою мысль. Вы знаете, всегда есть несколько этапов. Первый – это трехдневный этап, это тогда, когда мы просто, скажем так, погружаем человека, причем погружаем его в ту должность, которую он будет занимать, и он должен понять, это его или не его. То есть от него зависит результат. Потому что политика нашей компании очень простая. Начать работать с любым. Теперь смотреть на его способности, на его желания и дальше уже понимать, в какую должность. Даже если человек пришел на одну должность, это не значит, что он в ней будет работать. Да. Это значит, что... Он может показать себя и раскрыться оценить, в другой, да, вообще в другой сфере. Вплоть до, ну, я сейчас скажу громко, да, но я всегда мечтал, что придет такой человек и заменит меня. То есть для меня это был вообще идеальный вариант, потому что найти человека, который будет знать эту сферу и не бояться принимать решения и ответственность. Давайте так, хороший управляющий, грубо это говоря. Это просто было бы очень круто. Но и здесь возникает всегда вопрос, да, готов ли ты платить этих денег такому управляющему, да, потому что на самом деле очень сложно оценить... особенно в последнее время, силы, да, и деньги. Потому что, давайте откровенно говорить, здесь уже завязан не только, ну,
фокус на управлении, но и на финансах. Потому что если появляются в компании, ну, дорогие игроки, это как, наверное, создать команду. Да? Должен быть защитник, должен быть нападающий, должен быть полузащитник и так далее. Так и в компании не могут быть все, ну, грубо говоря, дорогие. Да? Потому что в этом случае себестоимость работ или продукта может быть, ну, грубо говоря, неконкурентным. Не окупать себя. Не окупать. И это самая, наверное, большая проблема для меня в последнее время, потому что я вижу следующее. Хочется, чтобы люди зарабатывали больше, но мы в то же время понимаем, что это сразу отразится на, скажем так, стоимости. И пытаемся максимально что сделать? Есть сфера, где, скажем так, можно заработать и много. И есть сфера, например, как сервисный центр, да, где мы понимаем, что ремонт не может быть дорогим. Почему? Потому что в данном случае здесь возникнет вопрос, купить новое или отремонтировать старое. Вот мы боремся, то есть люди, которые хотят больше денег, мы их даем в одну сферу, люди, которые хотят выполнять интересную работу, да, мы даем в другую сферу. Повторяюсь, это целая структура, это несколько направлений, но для меня это сегодня важно, потому что за границей сервисный центр превратился вообще в другую, скажем так, структуру. Если ты в течение 15 минут не определил дефект, да, это, грубо говоря, на свалку. Вот я боюсь, что мы тоже можем Молдавия превратиться в нечто такое, что если вы, не дай бог, да, у вас что-то поломалось или что-то еще, вы не будете чинить, вы будете выбрасывать и идти покупать новое. Приобретать новое. Мне кажется, сейчас в последнее время многие так именно это и делают. Ну, простой пример. Заправка принтера, да, есть компании, которые уже четко понимают, что когда заканчивается картридж или тонер или чернила, да, они выкидывают и покупают новый, а есть, которые пытаются заправлять, и мы сегодня работаем и с теми, то есть, да, продаем этот продукт, и с теми, кто хочет сэкономить, то есть заправляем. Да. Вот да. Мы даже в компании, я сейчас раскрою, наверное, для многих такую интересную вещь, мы понимаем, что чем дороже работа, да, и дешевле сам продукт. Ну вот здесь где-то вот, да, чаша весов. Что будет дешевле? Человек же выберет либо цену, либо качество. Теперь пришли совместимые картриджи, которые не очень качественные, и мы об этом тоже говорим, не скрываем. Вообще у нас несколько принципов есть в компании, где мы прописываем это. Не обманывать клиентов, да, то есть и так далее. Потому что давайте, если мы берем просто даже сейчас ремонт, много лет прописывались определенные правила, такие как, да, сколько времени должен занимать ремонт, какого уровня качества должен быть и так далее. И внутри компании есть внутренний контроль этого. Я вам скажу больше, всегда людям хочется, чтобы быстрее, всегда, чтобы было качественно, а может быть, чтобы лучше была вещь до ремонта, чем, да, вы должны сейчас вот понять. И для меня, как для руководителя, всегда проблема какая? Подбор персонала, внедрение, контроль этого всего. И мне, вам скажу, помогает в этом программа. Скажу, как есть, да. Сколько лет существует компания, столько лет пишется программа под нас. То есть у нас есть в штате человек, программист. Он, ну, скажем так, гениальный мальчик, который практически все действия, которые выполняются в компании, переводит это все в программирование. И мне в этом плане легче. Почему? Потому что любое действие любого человека прописано в программе. И мы завязываем как? Эти действия, они связаны с зарплатой. То есть нельзя получить просто так денег, да, потому что нужно что-то делать. И контролирую это, в принципе, не я как директор, а программа. А мне как директору выдаются только уже определенные отчеты. Сколько заработал кто, сколько дней проработал и так далее. На самом деле устройства очень многие помогают. Я уверен, что каждый сегодня знает, что можно прийти на работу, отметиться чипом и будет знать кто-то из руководителей, да, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. Вот у нас нечто подобное в программе существует. То есть если ты пришел позже, соответственно, это будет видно. Если, соответственно, ты не проработал какие-то рабочие часы или дни, это будет видно. То есть вся информация собирается вот в эти базы данных. И, наверное, не будь, ну, вот этого инструмента, я думаю, что было бы очень сложно управлять людьми. Да, конечно, по сути, здесь вам даже и не приходится, правда, прилагать каких-то усилий в плане, вот, все показывает программа. Мы видим, кто опаздывает, кто как работает и так далее. Вы знаете, на какой-то момент я думал, что если все это перевести в программу, это будет все автоматизировано. Вы знаете, люди... А человеческий фактор?
Вот я хотел сказать именно об этом. Вы знаете, это как, наверное, с компьютером играть в шахматы. То есть он не даст тебе ошибиться, но в то же время интереснее все-таки работать или, так сказать, играть с человеком. Потому что я знаю многих людей, которые даже планируют, что ошибется, да, человек. Конечно. Я заметил следующую вещь. Если ты с людьми не в контакте, не с глазами в глаза, не задаешь каких-то вопросов и так далее, ну, простите, это не балалайка, да, которую подкрутил, и оно вот работает. Ты не получаешь обратного. Да, да, да. Результата. Для меня, вы знаете, я, наверное, какие-то работники будут сейчас удивлены, но я хочу видеть их взгляды. Для меня немаловажно, что происходит там внутри. Теперь, наверное, они не все понимают, эти процессы, да, потому что, ну, ни с кем не делишься, да. Но мне очень приятно работать бок о бок с ними, в их же должностях. Я от этого получаю больше кайф, нежели сидя в директорском кресле и принимая какие-то, простите, иногда, ну, нетрадиционные решения. Угу. И, к сожалению, здесь был период, и был, и, наверное, и будет, когда решения, которые ты принимаешь, тебе не нравятся. Но их нужно принимать. И нести. Насколько тяжело принимать такие решения, которые не нравятся? Вы знаете, с психологической точки зрения. Ну, это очень тяжело. Это практически себя поломать. Я думаю, что те. Что вы себе говорите в эти моменты? Знаете, я, наверное, пытаюсь максимально отключать чувства, потому что те решения, которые иногда принимаешь, люди не должны понимать, что, ну, скажем так. Что вы могли дать какую-то волю эмоциям, я думаю, что вот директора, если смотрят какие-то сегодня эту передачу, то уверен, что они это чувствуют. Мне очень сложно сейчас передать это словами, но уверен, что у любого руководителя, то в принципе, давайте откровенно говорить, мама, ребенок, отец, сын, всегда есть в какой-то момент решение, которое тебе надо принять, но сам ты готов себя укусить очень сильно. Угу. Вот такие решения в фирме, наверное, тоже приходится принимать. Причем я заметил следующее. Если ты их не принимаешь, последствия еще хуже. Вот так же, наверное, это где-то я сейчас сравню, потому что, наверное, нашим людям проще будет понять. Ты воспитываешь ребенка. Неважно, это сын или дочь. Ведь не нравится воспитание. Ведь не нравится то, что ты говоришь, что утром надо чистить зубы, что надо читать. Что то, что ему нельзя, ты отказываешь ему в этом. Вот отсюда, наверное. И вот я почему эту параллель сейчас провожу, потому что это что-то подобное. Если ты даешь слабинку, у тебя вырастает ребенок, простите, ну, то, за которого тебе стыдно. То, что вырастает. Да. Да. В работе есть такой фактор, да, что можно уволить человека, да, ну, это такая крайняя мера, но такая существует. В жизни, к сожалению, люди расходятся, и если это родные люди, это очень больно, и это больно, да, ну, простите, на всю жизнь. И вот в фирме, наверное, я принимаю решение, что этот человек уйдет из компании, как самая крайняя мера, это вплоть вот как в семье, да, разрыв. Да. Вот я пытаюсь до последнего работать сохранить с человеком и сохранить. Может быть, выйти на другой какой-то уровень и так далее. Я знаю, что в жизни любого человека есть решение, которое он иногда думает, а что бы было бы, если бы вернуться, да, и отменить. Знаете, я уверен, что у многих такой вопрос может возникнуть, а что бы ты сделал, если бы? Вы знаете, это не поменять, машины времени пока нет. Почему я говорю пока? Потому что все говорят, что она уже давно есть, но не всем это, да, дано. Но я думаю, что каждый из нас, тот путь, который проходит, нужно просто принимать решения, быть за них ответственным. Сложно говорить, я был не в том состоянии, я был, там, я не знаю, пьян, невменяем или что-то еще. Это не оправдывает. Вот я хотел именно это подчеркнуть. Я принял для себя одно простое правило. Если принимать решение, и оно ответственное, я его откладываю на утро. Я заметил, так легче. Если ты вечером понимаешь это решение, не прими его. Утром, проснувшись, если ты понимаешь, что да, это решение верное, и ты не нашел или переспал, так сказать, с этой мыслью, да, знаете, его легче принять и, скажем так, выполнить, нежели поспешно, в гневе, в какой-то вспышке. В гневе, да? Вообще, насколько я знаю из своей практики, решение
дают именно, немножко не тот результат. Именно это я и хотел сказать, что если мы сегодня говорим, и передача направлена все-таки на какое-то, ну, скажем так, мнение или взгляд со стороны, я бы хотел призвать всех, кто принимает вот такие решения, неважно, это в управлении или дома, откинуть эти вещи. В какой-то момент надо укусить себя за язык, да, промолчать и так далее. И я думаю, что тогда жизнь у всех станет лучше. Андрей, управленец, это в какой-то степени психолог, но на этот вопрос вы нам ответите после короткой рекламной паузы. Уважаемые телезрители, мы вернемся к нашему диалогу после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, после короткой рекламной паузы мы снова вернулись в студию и продолжаем наш диалог с директором Андреем Гоголем. Итак, Андрей, до того, как мы прервались на рекламную паузу, я вам задала вопрос. Управленец – это психолог? Вы знаете, я думаю, что психология или психолог, да, это отдельная профессия, которая в Молдавии, а может и в мире, очень мало изучена. Любой управленец, если это много лет он работает, то, наверное, он какие-то навыки приобретает. Но, к сожалению, мы не изучаем это. Да? Какую-то психологию, давайте откровенно говорить, мы изучали. Но это какие-то процессы, что это происходит и так далее. Теперь есть специальные курсы, но они не называются по психологии, но очень простые, да. Например, как увольнять людей. То есть такой курс, и я проходил. Кстати, вот хотел спросить, вообще тренинги проходите? Да, конечно. Какие-то причем, курсы, тренинги, обучающие? Ну, давайте, если мы говорим сейчас про обучение, то я бы даже советовал людям не просто проходить. То есть здесь всегда есть несколько уровней, если можно так сказать. Первое, это, конечно, твои базовые, и должно быть желание. Второе, да, то, что можно бесплатно взять. Сегодня интернет – это открытый источник, любую информацию, в принципе, можно почерпнуть. И я пользуюсь интернетом всегда, мне никогда не стыдно, когда человек что-то говорит, я не знаю ответа, я говорю, давай я сейчас прочитаю, изучу и тебе отвечу. И это происходит ежедневно, да, то есть не бывает дня, чтобы я что-то не посмотрел. Теперь, естественно, есть по определенным темам, ну, чуть ли не семинары, тренинги и так далее. Причем они есть онлайн, и есть физические. Я вам скажу больше, я против онлайна. Я не знаю, как сегодня дети учатся в онлайне. И вообще я считаю, что онлайн обучение – это никакое. Объясню сейчас почему. Я проходил онлайн-курсы, это всегда какой-то звонок, это какая-то отвлеченность, это тебя отвлекли и так далее. Может быть, это зависит от человека, насколько он может погрузиться, да, во все это. В обучающий процесс. Да. Да, но на самом деле очень много отвлекающих внешних факторов. Тогда, когда ты сидишь в аудитории или бывают же тренинги обычно на определенное количество людей, когда ну, невозможно, грубо говоря, чтобы кто-то зевал. Да? То есть это обычно от 6 до 12 человек, и ты вовлечен в каждую минуту процесса. Да? Такие тренинги на самом деле самые, я считаю, эффективные, потому что тренер видит, контакт есть, глаз, какая-то энергетика. Вот почему некоторые преподаватели нам нравятся или нет. Уверен, что дети уже в школе определяют, вот от этого человека я понимаю информацию, от этого нет. И, наверное, для зависит от того, как преподаватель все-таки доносит эту информацию. Да, правда? И вот я вам скажу больше. Я изучал, потому что первое, с чего начиналось, да, это, конечно, мне не хватает знаний. Неважно, кем бы ты учился или с каким образованием ты вышел. У меня несколько, на самом деле, образований, и причем есть, которые я закончил, есть, которые я бросил. Я изучал радиоэлектронику, я изучал вычислительную технику, так сказать, технические, да, процессы. У меня оконченная юридическая и мастерат. Ну и бухучет я не доучился, потому что я посчитал, что мне нужно знать и бухучет. Но
то время и поглощение работой, и, скажем так, я это изучил, но не для корочки, да, угу, то есть угу. Я не имею образования, но что такое бухучет, я понимаю на своем уровне, хотя для директоров делают специально обучающие курсы по бухучету, да. Да, потому что он чуть-чуть другой, нежели для бухгалтера. Для бухгалтера, да. Так вот, я что хотел сказать. То есть управленец, он должен знать определенные азы, но не вникать настолько глубоко, как бухгалтер. Ну, скажем так, он оперирует чуть-чуть другими цифрами. Другими цифрами, да. То есть мы даже сегодня, когда если говорим в программе, то у нас для бухгалтера одни отчеты, для руководителя другие отчеты, для директора третьи отчеты, для рядового сотрудника четвертые отчеты. Причем, повторяюсь, это те же данные, просто они по-разному разложены. Да? Да. Это нормально, я считаю, это как бы... Теперь в чем плюс, да, то, что мы эти данные собираем, и в любой момент программист нам может создать новую форму отчета, ту, которая удобна под, может быть, другого руководителя, который говорит, мне неудобно эта колонка не здесь, а здесь, я хочу видеть там еще какую-то долю или рост, или падение, да, то есть это все мы дорабатываем. Но хочу вернуться к обучению, к тренингам, потому что, наверное, да, это важный процесс. Это важно. Я объясню свою позицию. В Молдавии на самом деле бизнес-школы есть. Одну из, даже несколько могу назвать, да, может быть, кому-то это интересно, SBC, School Business Communication, .md, вы можете зайти, посмотреть, какие тренинги у них есть. На самом деле эти тренинги платные, я хочу на этом заострить внимание, потому что некоторые люди говорят, я буду смотреть то, что бесплатно. На самом деле это неправильно, я не за... Бесплатные курсы, я как раз за платные. Объясню сейчас почему. Первое, когда человек получает за это деньги, он, естественно, дает другие знания. И второе, ты, когда заплатил из собственного кармана деньги, поверьте мне, это не школа, когда нас загоняли и бесплатно учили. Из-под палки, грубо говоря. Да, или родители, да, или так далее. Я объясню сейчас такую вещь. Я советую каждому хотя бы один раз из собственного кармана часть своей зарплаты и так далее потратить, и он поймет одну простую вещь. Я это понял еще на первом. Ты как минимум захочешь, чтобы эти деньги окупились, конечно, ну, то есть вернуть. Да. А когда ты понимаешь, что ты вложил, а в данном случае в себя, там, $100, неважно, это 1000 лей, да, и ты получил 3, то это входит некий такой даже азарт. Ты получаешь... знания, и ты, в принципе, это все окупаешь. Так вот, я вам скажу больше. Есть тренинги, которые стоят 200, 300, 500 евро в день. И я, ну, была такая возможность, когда я понял одну простую вещь. Или я начинаю их проходить, или фирма свернется, разрушится, все что угодно. Да? Даже такие моменты были. Да, я практически год потратил и очень большую сумму денег, причем я нигде не находил поддержки, ни у родителей, ни у, ну, давайте откровенно говорить, эта сумма, я не знаю для кого как, но для меня большая, да, то есть 100, 200, 500 евро заплатить за один день обучения, это большие суммы. Я повторяюсь, есть сайты, вы сами можете выйти, посмотреть, какие цены, какие темы и так далее, причем я был и на дешевых курсах, так сказать, и очень дорогих, и понял одну простую вещь. Вы почувствовали разницу? Да, я почувствовал разницу. И всем советую попробовать. Если ты находишь контакт с какой-то бизнес-школой, держись ее. Я знаю, практика сегодня в Молдавии есть, когда люди уезжают. Я знаю людей, которые платят, говорю, могу назвать цифры, 5-10 тысяч евро за 3-4 дня обучения, да, там не один день, а 3-4, но они уезжают в другие страны, их погружают в определенные процессы и так далее. И я заметил одну простую вещь, что это совершенно другой уровень и управления, и фирма другого уровня становится. То есть это точно неплохо. Теперь, может ли себе человек позволить? Может, начиная от бесплатных, кончая самых минимальных, там, я не знаю, 100-200 лей. И приведу пример, еще один, наверное, самый бесплатный, который я для себя нашел, это покупка книг. Как это не банально звучит, да, есть интернет, где можешь зайти, но почему-то, то ли я так был воспитан, книги. Объясню сейчас, о чем я говорю. Кстати, я не знаю, может быть, тоже я так была воспитана, почему-то наше поколение воспринимает чтение именно книг. Вот мне важно держать ее в руках, ощущать ее запах, листать ее. Извините, но мне не получается просто читать интернет-книги. Могу сказать, что я делаю, да, может быть, кому-то это будет полезно.
книги до нас кто-то написал, да, и есть авторы, которые, ну, скажем так, имеют определенные рейтинги, статус. Его книги, например, если ты прочитал одну книжку этого автора и тебе нравится его изложение, вторая, третья, четвертая зайдет еще легче. Да? Да. Теперь второе. Я предлагаю никогда не читать бизнес-книги как литературу. Я имею в виду с первого листа по последний. Да? Объясняю, как я делаю. Может быть, кому-то это будет интересно. Плюс я это внедряю в компании. То есть есть у нас бизнес-литература, которая покупается периодически, да, чтобы освежать. И с чем мы сталкиваемся? Если какой-то руководитель или я сталкиваюсь с какой-то проблемой, мы идем как по полке, ищем по этой теме, достаем эту книжку, ищем в содержании данную главу, данную проблему, той проблемы, которая тебя сейчас волнует, да. И находим ответ, прочитав 3-4 страницы. То есть вам не нужно читать всю книгу. Всю книгу. Объясню, не будем мы энциклопедистами там и так далее. Но если у тебя есть желание найти ответ на твой вопрос, ты его найдешь. И поверьте, в книгах они все есть. Я заметил одну простую вещь. Вообще без сомнений. В книгах находишь... Все ответы есть. Все ответы, да, на любой вопрос. Я вам скажу даже больше. Зачастую... Пройдя какой-то путь у компании и так далее, мы начинаем что-то читать и думаем, вот если бы я раньше прочитал бы, я бы вот не сделал бы какие-то ошибки. Кстати, о пройденном пути. Расскажите нам о вашем. С начала и до сегодняшнего дня. Ой, наверное, это очень... И одной передачи не будет хватать. Мне сложно судить. Ну, я родился в городе Рыбницы. Угу. Это сегодня Приднестровье. На тот момент это Молдавия была в 79-м году. Я родился 14 октября. Буквально вот... Буквально перед днем шефа. Да, буквально так, перед днем шефа. Причем почему-то... Многие, так решили звезды. Так я хотел сказать, что многие говорят, что это тоже символично, потому что это, во-первых, огромный праздник, во-вторых, это по знаку зодиака Весы. Да? Весы, то есть да. Это, я часто замечал, я иногда приглядываюсь к... Колеблетесь в принятии решения? До момента принятия я колеблюсь, как некоторые друзья. Ты сейчас спросишь всех, но примешь свое решение. Угу. Да, наверное, это нормально. Когда тебе не стыдно попросить совета или помощи, но, естественно, ты должен сам принимать решение и быть взвесить. За них ответственным. Да, поэтому, повторяюсь, то, что октябрь и, как говорится, вот теперь я учился, как и все, в Бельской школе. В Бельцах живу, в Бельцах работаю, но пытаемся максимально за рамки Бельц выйти, потому что говорю честно, как есть, Молдавия маленькая. Останавливаться где-то на уровне, ну... То есть вы уже ушли на международный рынок? Отвечу. На международный пытались, мы не подтянули. Объясню почему. Очень много. Это нужно только быть в партнерстве с кем-то и так далее. У меня есть практика и опыт партнеров, которые попробовали и не потянули. И вот есть некий страх, да, что ты возьмешь или на их опыте. Кусочек попробуешь съесть больший, да, и потеряешь вот это. И я, скажем так, в данном случае более за стабильность. Знаете, как говорят евреи, пускай будет меньше, будет но каждый кусочек, день. Маленький кусочек, но каждый день, да, чем вот, большой. Вот да, я больше этого придерживаюсь, что если ты возьмешь или попробуешь укусить, так сказать, ты можешь потерять все остальное. Так вот, почему я это говорю? Потому что у нас был Бельский политех, который я заканчивал, я имею в виду, который находится на БАМе. Я знаю, что после очень... окончания школы пошли учиться в Бельский, да, политех. Да, Бельский политех. И был период какой-то времени, когда я работал на двух работах и в двух учебных заведениях учился. Не буду сейчас сильно как бы вдаваться, да, в это, но, скажем так, желание что-то делать, это, наверное, было с самого начала. Значит, у вас есть опыт работы под чьим-то руководством? Не просто есть опыт, я на самом деле поменял, наверное, с десяток работ, причем даже когда слайдер был, я работал и на других людей под их управлением, причем я вам скажу больше, это очень колоссальный опыт. Я вам скажу больше, я приходил домой, наверное, никто этого не знает, может быть, жена, хотя я тоже думаю, что и жена этого, ну, не помнит или не видела, но вы знаете, я плакал. Как это не будет сейчас звучать, может быть... Мужчины плачут, да, все-таки. Но вечером, приходя с работы, я плакал, говорил, я завтра не пойду на работу, но сегодня я понимаю, что если бы я не прошел этот путь... или был бы не такой руководитель, ты бы не научился, ты бы не взял.
На самом деле процесс образовательный, я имею в виду, или вообще становление, он болезненный. Я не могу сказать, что учиться легко. Не зря говорят, тяжело в учении, легко в бою. Да. Учиться всегда сложно. Но вот теперь будут ли люди над собой вообще работать и будут ли проходить этот путь? Я замечаю, что новое поколение, я имею в виду своих детей и вообще сегодня, да, более поколение, они идут по пути наименьшего сопротивления. Если нас родители учили, что без работы или без, да, труда, так без сказать. Без труда не вынешь. Ну, то есть были вот эти пословицы, да, вот эти, да, пословицы, да. То сегодня мне почему-то кажется, что они все идут по наименьшему сопротивлению. И они теряют вот то, чего... Они хотят все сразу и сейчас. Да, вы знаете, меня пугают иногда какие-то ролики в Ютубе и так далее. Я начинаю их смотреть и не понимаю, это правда или постановка. Знаете, я не хочу в какие-то вещи верить. Для меня вообще понимание, как сегодня живет мужчина с женщиной, оно все почему-то отличается от того, как я. Причем я готов вроде бы что-то воспринять или, скажем так, к новому, да, но мне то страшно. То есть открыты к новым каким-то, я не знаю, нововведениям, так скажем, но все-таки. Мне страшно. Объясню почему. Сегодня люди не учатся. Сегодня люди не хотят развиваться. Сегодня люди, я не знаю, это проблема поколения или может все-таки почему-то вот очень много людей уехало за границу. Я тоже был за границей, я смотрел. Вообще народы очень сильно отличаются друг от друга. Есть, которые трудяги, есть, которые ленивые. Вот я почему-то молдаван знаю, как очень трудолюбивый народ. Во-первых, красивые женщины, трудолюбивые мужчины. Вот почему-то я так это видел. И почему-то сегодня я все меньше вижу, простите, красивых женщин, я имею в виду, да? Я не говорю сейчас про ноги там и так далее, я имею в виду про какую-то природную красоту. Я думаю, любую женщину возьми накрась, она будет красивая, да? Но на самом деле почему-то то, что осталось у меня в памяти, я имею в виду... Я не знаю, может быть, это было смешение народов, русские, молдаване, да, украинцы, то есть было. Но такое... у нас действительно очень такое сильное кровосмешание. Ну вот я повторяюсь, здесь, да, но сегодня я не вижу, чтобы учились, я не вижу, чтобы трудились, я не вижу, чтобы работали на результат. Вот в этом я вижу, наверное, сегодняшнюю проблему. Я не знаю, ко мне приходит иногда на работу, когда задаешь вопрос, что ты окончил, и говорят ничего. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что в моем понимании ничего окончить, это дальше ничего. Что? Это ничего. И второе, да, ты учился, я не знаю, на швею или там на кого-то, и ты приходишь в IT-сферу. Для меня тоже, я не против пробовать, но давайте откровенно говорить, почему не... Прежде чем пойти учиться, не сделать для себя выбор. Один из моих друзей сказал следующую вещь. Я хочу, чтобы ребенок год посмотрел на жизнь и сам принял решение, кем им стать. Угу. Я не хочу его направлять или заставлять. Вот я поддерживаю эту точку зрения. И сегодня некоторые, ну, можно задать мне вопрос? У меня два сына, да? Кем ты их видишь? Вы знаете, я очень хочу, чтобы этот выбор они сделали, а не я за них. Я не хочу услышать потом... Спустя какое-то время я учился, потому что ты хотел. А примете, допустим, если они будут искать себя? Я готов им помочь в том, чтобы они искали себя. Допустим, вот они могут пойти учиться в одном направлении, и не понравится им уйти в другое направление. Как бы вы к этому отнеслись? Я отношусь к этому очень спокойно, причем я за то, чтобы особенно мальчики, да, как можно быстрее встали на ноги и как можно быстрее начали совмещать работу и учебу. На своем примере я убедился в том, что это возможно, повторяюсь, потому что, ну, простите, сегодня, если уходить куда-то только учиться, то, может быть, к 30 годам ты закончишь. Согласна. Я знаю, медики очень долго учатся, там еще какие-то, да, то есть на самом деле теперь я почему-то за то, чтобы учиться нужно было всю жизнь, а работать нужно уже. Теперь с какого возраста? Это не важно. Час в день, 3 часа в день, 5 часов, да, на самом деле. Параллельно. Нужно начинать это, наверное, где-то работать с совершеннолетия. Ну, потому что, да, еще все-таки... Но где-то, если ты понимаешь, что ты можешь, способен и так далее, давай по силам. Я смотрю, та же Европа и так далее, да, можно же курьером, ну, то есть с каких-то работ начинать простых, но это такой опыт. Мне кажется, само то, что ты работаешь в команде, под чьим-то даже управлением. Я вам скажу больше, глупых директоров не бывает. Вот я почему-то для себя понял одну простую вещь. Если человек достиг чего-то или компания, да, достигла, это же замечательно, это хорошо.
мне жаль, когда компания какая-то уходит с рынка или, ну, прекращает свое существование. Я почему-то считаю, что что-то не сработало, либо, наверное, все-таки не столько виноват, может быть, тот руководитель или та фирма, что это совпало какие-то, я не знаю, один, второй, третий фактор. Потому что на своем опыте я видел следующее. Если ты умный, ты, в принципе, будешь переориентироваться. Ну, главное же вовремя следить за показателем. Это как в медицине, да? Навешал кучу датчиков на фирме, и ты видишь. Как только ты видишь изменения в худшую сторону, да не жди последствий. Да, конечно, даже не обсуждается. Поэтому компания, ну, наша, во всяком случае, могла бы... Ну, вы можете сегодня назвать вашу компанию, я не знаю, ну, как вот, что это действительно компания с историей успеха? Вы знаете, наверное, да, потому что, давайте откровенно говорить, мы родились в Бельцах, да, как компания. Мы пытались и долгое время не выходили за рамки Бельц. Сегодня мы вышли за их рамки, и это замечательно. Но, в принципе, ну, простите, говорю как есть, масштаб Кишинева или Молдавии, он другой. Да. Вырасти из одного человека в большое количество и, так, и продержаться более 16 лет, наверное, я считаю, что это неплохо. Теперь... на моем опыте есть, я всегда говорил, ребят, учитесь, работайте и создавайте что-то свое. То есть у меня есть сотрудники, которые уехали за границу и говорят, что это был колоссальный опыт. У меня есть сотрудники, которые, уйдя из моей компании, да, которой я сейчас управляю, создали свою, и где-то они успешные в своей компании. Поэтому я считаю, что, наверное, это хорошо. И я повторяюсь, я не беру сейчас о своей компании, я беру... что происходило в Бельцах и как это все развивалось. И я считаю, что это было хорошо и здорово. Теперь важно другое, каких целей ставишь. Да, вот здесь же важно, ну, не порваться, если можно так сказать. Да? И я всегда за это переживаю, потому что быть первым, вторым или, ну, лидером, да, это всегда очень большая ответственность. И... прям вот сняли с языка, да, вопрос по поводу ответственности. Ну, потому ощущаете что на себе? Ощущаем, причем я вам скажу больше, каждый раз, когда мы вводим какое-то новое, неважно, это услуга или какая-то новая технология, я очень часто проговариваю с ребятами, что мы будем говорить клиентам, потому что очень важно, чтобы мы правильно доносили. Мне очень нравятся мои партнеры, которые наладили сегодня одну такую цепочку, это от производителя, да, до конечного клиента. Потому что сегодня это все интернет, узнать, кто привез. Простите, есть требования, где стикируется товар, да, кто импортер, кто производит. То есть сегодня спрятать какую-то информацию нереально. Сложно вам работать с партнерами? В двух словах о партнерах. Вы знаете, у нас партнеров очень много. Есть многолетние отношения, да, и есть с кем мы прервали отношения, есть с кем сегодня продолжаем. Я вам скажу больше, с каждым партнером есть какая-то своя история и приятная, приятные воспоминания. Я не могу сказать, что я помню кого-то плохого партнера. Сегодня одна из компаний, это торговый дом Виктиана, я хочу их назвать, потому что у нас это занимает сегодня большую часть, да, это по системам безопасности. Они находятся, ну, как бы центральный их офис в городе Кишиневе. Они занимают тоже в Молдавии одну из лидирующих позиций, и я замечаю, что вот то, о чем мы говорили, обучение, да, как внутри компании создали обучение, как мы внутри компании у себя создали обучение, как они очень много тратят сил, я уверен, что и денег на помощь, вот приходят сотрудники, да. Помощь персоналу до, в том, до директоров, чтобы... да, то есть там уже не один директор есть, а разного уровня директора, да, и я вижу, что это дает свои плоды. Они лидеры рынка. Нам очень приятно, что мы, скажем так, в долгие годы находим любые решения. Но я вам скажу, это очень большая ответственность. Иногда тоже хочется вечером поплакаться и сказать, я все не могу и так далее. Я устал. Да, Андрей, я устал. У нас остается 2 минуты до конца нашего эфира, поэтому у меня последний вопрос к вам. На семью остается время у директоров?
Вы знаете, у меня есть очень простое правило. Есть рабочее время, да, и когда оно заканчивается, я хочу, чтобы люди ушли домой, все в свои семьи, и в том числе хочу, чтобы я ушел в свою семью. Я открою страшную тайну, наверное, да, у меня, когда я прихожу, есть доступ, естественно, к нашей программе, и я могу сесть и поработать. Но я всегда говорю, я поработаю еще чуть-чуть и пытаюсь максимально сделать следующее, что если ты ушел с работы, пришел домой, то все-таки ты должен заниматься семьей. Там тоже на самом деле очень много работы, и там, наверное, так же самое, как и в фирме, можно прописать. Купить жене цветы. Программу тоже создать, да? Я вам скажу больше, это тоже определенный труд. Прийти домой в такое-то время. Да, да, да. И я вам скажу больше, иногда мы этого не замечаем, и если работа тебя поглощает настолько, что ты не дорабатываешь дома, это тоже может отразиться негативно. Причем и на работе тоже в том числе. Поэтому я думаю, что нужно найти этот баланс между работой, рабочим временем и отдыхом, когда ты приходишь домой. Ты становишься отцом, мужем, ну, сыном, да, и проводишь время с родителями, с детьми, с женой и семьей. Я пытаюсь максимально это сделать, я максимально пытаюсь, скажу больше, и уделять время и друзьям, потому что иногда дом это, ну, простите, говорю как есть, не все туда могут зайти, а где-то встретиться, в бильярд сыграть, с кем-то пиво выпить и так далее, я тоже себе позволяю. То есть моя частная территория, куда, да, моя частная жизнь, куда я никого не пускаю. Вот сегодня я делю на три такие части, да, это семья, это родители, близкие люди, которые вхожи в твой дом, это нанашки, кумовья, да, и, конечно же, друзья, с которыми ты можешь мы тоже видимся, проводим время, ездим куда-то отдыхать и так далее. Поверьте мне, если хорошо работать и хорошо отдыхать, будет все замечательно. Если ты будешь работать как, ну, простите, вол, и домой приходить убитый и так далее, это тоже будет нехорошо. Андрей, огромное спасибо, что вы сегодня нашли время и для нас, и пришли спасибо к нам в студию. Большое. И, ну, немножко мы попытались. Я понимаю, что мы еще, наверное, и в 5 передачах не раскроем эту тему очень широко. Ну, хотя бы немного мы приоткрыли такую тему, как тяжело ли быть боссом, директором, управляющим. Знаете, огромное вам спасибо. Последнее, наверное, хочу сказать. Прежде чем кто-то решит вообще стать директором, пускай он хотя бы один день поработает или посмотрит, что это такое. Я хотел бы, да, чтобы у нас были не только директора, да, у нас не хватает сегодня сварщиков, продавцов, каких-то рядовых сотрудников. Вы знаете, я думаю, что кайф получить в работе можно быть не только директором. Абсолютно с вами согласна. Андрей, я желаю вам удачи и процветания вашей компании. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. Мы желаем вам хорошего вечера и до скорых встреч.